Добрый день, меня зовут Владимир Черкасов, я менеджер марки Lutron, который является старейшим производителем систем управления освещением в мире. Мы с вами находимся в конференц-зале MMS Cinema, дистрибьютора Lutron. На примере этого помещения я покажу, насколько легко и удобно организовать управление различными группами света. В конференц-зале есть 5 групп света, составленных из различных источников освещения. Люминесцентных, галогеновых и светодиодных светильников. Для управления 5 группами света и создания световых сценариев в данном помещении используется устройство Lutron Graphic Eye. Устройство Graphic Eye является и диммером, и программируемым контроллером. При создании рабочего проекта необходимо учитывать, что все кабели от силовых нагрузок будут приходить к задней стороне графика I и подключаться каждый к независимому своему входу. С задней стороны графика I, как мы видим, есть клеммные колодки, куда подключаются осветительные кабели от групп света и запитывается от источников питания сам график I. Также имеются колодки для подключения дополнительных источников управления. Такое подключение кабелей к Graphic Eye позволяет в дальнейшем использовать разные настройки световых сценариев и управлять независимо каждой группой света. Для комфортной работы в конференц-зале мы создали 4 световых сценария. Первый реализованный сценарий – это уборка, когда включены все группы света в помещении с яркостью 100%. Второй сценарий – это подготовка к презентации. Выглядит он следующим образом. Основной свет выключается и остается освещена только сцена для подготовки доклада. Третий сценарий – это презентация с проектором. Яркий свет выключается, остается только декоративная подсветка. Четвертый сценарий – это выступление без проектора. Создается мягкий свет. Пятый сценарий – это выключить все освещение. Как вы видите, все настройки освещения происходят с лицевой панели устройство Graphic Eye. Вся информация отображается на дисплее и также светодиодными индикаторами. Дополнительным удобством является возможность подключения кнопочной панели. Данная панель запрограммирована для управления также сценарным освещением и также имеет функцию выключить все. Устройство Graphic Eye также можно применить при домашних инсталляциях, в гостиных комнатах, студиях и домашних кинотеатрах. Спасибо за внимание. Надеюсь, вас заинтересовал прибор Lutron Graphic Eye.